Всем привет, всем дорогим волгоградцам, всем любителям спорта, в частности легкой атлетики. Я выражаю вам огромную благодарность за то, что вы пришли сегодня поддержать меня на Кубок губернатора. Я старалась для вас прыгнуть как можно выше, но немножко не получилось. Надеюсь, на будущий год я прыгну гораздо выше и порадую вас своим высоким результатом. Спасибо вам, занимайтесь спортом, уважайте друг друга, любите друг друга. Пока!